Телеканал «Татарстан-24» представляет «История первого президента Татарстана». Минтимер Шарипович Шаймиев, первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. В народе его называют просто «Бабай» или «Наш Бабай». Это проявление особого уважения и благодарности к первому президенту республики, которого ее жители воспринимают как старейшину рода, главу большой семьи. Он родился 20 января 1937 года в селе Аняково Актанышского района ТАССР. Его отец Шарип Шаймиев был первым председателем колхоза. Проработал в этой должности 25 лет. Минтимер был 9-м ребенком в семье. Его детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, когда поесть досыта не всегда и не всем удавалось. В 1954 году после окончания школы он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. После окончания института Минтимер Шаймиев работал рядовым инженером, но уже совсем скоро начался его стремительный карьерный рост. В 23 года его назначили главным инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. В 25 лет Минтимер Шаймиев уже управлял Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника». В 30 лет был назначен заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом татарского обкома КПСС. А в 32 года Минтимер Шаймиев стал самым молодым министром не только в республике, но и в стране, в отрасли водного хозяйства. До этого Министерство мелиорации и водного хозяйства считалось одним из самых отсталых и бесперспективных. Не прошло и 2-3 лет с того момента, как Шаймиев возглавил его, как о республиканской мелиорации заговорили на самых разных уровнях. Опыт мелиораторов Татарстана по созданию культурных орошаемых пастбищ привлек всеобщее внимание и был признан передовым в стране. В 1983 году Минтимер Шаймиев был назначен первым заместителем председателя Совета министров ТАССР. Работал секретарем татарского обкома КПСС. Вскоре он возглавил Совет министров ТАССР, а в 52 года стал первым секретарем татарского обкома КПСС. Был депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва, народным депутатом СССР, а в 1990-м был избран председателем Верховного Совета Республики. В 1991 году Минтимер Шаймиев был избран президентом Республики Татарстан. Защищая право многонационального народа Татарстана на суверенитет, Шаймиев сыграл важную роль в сохранении единства и внутренней целостности Российской Федерации. В течение 7 лет Минтимер Шаймиев был членом Совета Федерации Федерального Собрания России. Многонациональный народ Татарстана высоко оценил его усилия по укреплению мира и согласия в республике, решению сложных политических, социально-экономических проблем. Заслужив народную любовь и доверие, Минтимер Шаймиев еще дважды избирался президентом республики. В течение 10 лет он был членом Государственного совета при президенте Российской Федерации. 25 марта 2005 года Государственный совет Республики наделил его полномочиями президента Татарстана по представлению президента России Владимира Путина. Таким образом, Минтимер Шаймиев 4-й раз становится главой республики. Он руководил Татарстаном почти 20 лет. За годы своей плодотворной работы Минтимер Шаймиев смог поднять Татарстан на новый уровень развития. Так, в 2008 году республика заняла первое место в стране по строительству жилья, второе место по объему сельскохозяйственной продукции и 6-е место по объему валового регионального продукта. Минтимер Шаймиев не на словах, а на делах был президентом всего многонационального народа республики. Минтимер Шарипович был одним из инициаторов создания Всемирного конгресса татар, международной общественной организации, призванной объединить татарский народ, содействовать его национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев учел мнение Минтимера Шаймиева при назначении следующего президента Татарстана и утвердил в этой должности Рустама Миниханова. В настоящее время Минтимер Шаймиев продолжает активное участие в жизни республики, являясь государственным советником Татарстана. С 2010 года он возглавляет попечительский совет Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, который занимается возрождением древнего города Болгара и острова Града Свиярск.
Благодаря деятельности Ментимера Шариповича в 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время ведется работа по включению в этот список объектов острова Градосвияжск. Ментимер Шаймиев – обладатель многих российских и международных государственных и общественных наград и почетных званий. Все эти годы важную и незаменимую роль в жизни Ментимера Шариповича играет его семья. Его дети, внуки и верная любящая жена – Сакина Шаймиева, с которой летом 2016 года они отпраздновали изумрудную свадьбу. Сакина Шакировна опубликовала книгу «В тени Ментимера», в которой написала: «Как жена президента, я всегда восхищаюсь его силой воли, умением анализировать и, наконец, его самоконтролем, который позволяет ему в самые сложные минуты выходить к народу спокойным и уверенным».